Всем привет, добро пожаловать! Mad Max обзавелся новой уникальной машинкой. Абсолютно бесплатно, ее можно в Steam установить. Вот, и получаем мы вот такой вот Thirst Cutter, или по-русски водохлеб. Вот такой вот замечательный аппарат. Он добавлен будет к вам в арсенал. Ну, точнее, не в арсенал, он добавлен в игру. Его можно получить следующим способом. Давайте еще залезем внутрь. Зажжем фары. Вот, гад, не зажигает. Ночью очень красиво. Сверху верхние две желтеньким горят. Нижние такие вот голубоватым. Везде, значит, Rockstar, Energy Drink. Ну и все тому подобное. Итак, как же его получить? Кстати, у него еще и нитро есть. То есть, ну такая вот яркая машинка. Очень маленький, шустренький такой вот аппаратик. В коллекцию. Значит, ничего сложного здесь нет. На территории Брюхореза, здесь вот в южной части, есть смертельная гонка. Приехав туда, вы можете поучаствовать, выбрав вот этот вот, значит, машину в качестве участника. И там гонка с бочками. Нужно ездить по трассе, сбивать бочки. И как только вы победите, ну, собственно, как победить? Просто устраняйте конкурентов, стреляем по бакам, по колесам, так гораздо проще. Обязательно сбивайте бочки. Вот, приехав сюда, вы получите сей чудный аппарат. Вот такое вот небольшое видео. Ничего сложного, ну, я надеюсь, кому-то все-таки поможет и расскажет, как получить эту машину в вашу коллекцию. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Будут другие видео по другим интересным играм. Всем удачи. Пока-пока.